15 лет, когда мы расстались, я поклялась, что больше никого не полюблю. Никому не привяжусь. Нигде не осяду. Ничего не возьму для себя. Я решила, что буду только притворяться живой. Этого момента я ждала всю свою жизнь. Отказывалась от других жизней ради одной единственной жизни. С тобой. Но я отвыкла. Ты понимаешь? От любви. Я боюсь опять тебя потерять. Боюсь снова начать жить без тебя. Я в ужасе от этой мысли. Нам нужно время. Но я хочу с тобой увидеться. Позвони мне по этому телефону. Через 2 дня. Встретимся у маяка. Хотите знать, почему я потерял Анну? Потому что за 2 месяца до этого один безработный бразилец сварил яйцо. Тепло создало микроклимат в комнате. Небольшой перепад температуры. И ливень 2 месяца спустя на другом конце света. Этот бразилец сварил яйцо вместо того, чтобы пойти на работу. Он потерял работу на пошивочной фабрике. Потому что за полгода до этого я сравнил цены на джинсы и выбрал ту пару, что подешевле. Как гласит китайская пословица, одна снежинка может согнуть лист бамбука. Производство джинсов перебралось в другие страны.